Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 434. Можно ли православному христианину почитать католических святых? Ведь на них сходил Святой Дух. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Говорим не о канонизации, деле ненужном и вредном, чем непрерывно занимаются исторические церкви, щеголяя друг перед другом, думая доказать этим истинность своего учения. В первоапостольской церкви сознание людей беспрекословно канонизировало мучеников за Христа, как святую блондину. Кажется, в Парагвае власть охватили военные, контраст, и в стране установили террор. Архиепископ Ромеро смело восстал, обличая их безумие, обличая американцев, поставляющих им оружие. И когда он, глава местной церкви в этой стране, причащал своих прихожан, в это время один из киллеров, став у входа, выпустил из автомата две очереди поверх голов людей. Когда люди от страха присели на ногах, остался только один архипастырь с чашей в руках. Убийцы хорошо знали его характер, что он ни перед кем и ни перед чем не склонится. Засевший напротив храмовой дверей снайпер поражает его несколькими выстрелами в голову насмерть, и кровь его смешалась с кровью Христа. Я в это время находился в тюрьме и услышал по радио об этом. В этот же день я сказал в молитве: «Мученик Ромеро, моли Бога о мне, да даст мне и Господь мужество не склониться перед врагами Христовыми. Укрепи меня и спроси мне у Бога милость на этот подвиг». Это моя частная молитва, и была она только тогда. Мое сознание канонизировало его. Какой канон? Какой святой запретит мне это сделать? Не надо искать тех, кто умер своей смертью. Католики канонизируют даже тех, кто прославился гонениями на православных. Зачем нам они? Говорить же о том, что на них сходил Дух Святой. Откуда эта уверенность? С этим не нужно спешить до судного дня, ибо у католиков очень много заблуждений и отступлений от истины. Особенно с догматом о непогрешимости папы в вопросах веры. Смотрите «Гордость папства» в нашей книге «К истинному православию». У нас своих святых только по житиям святых 1174. Сначала этих всех почти. Тогда до католических и не потянешься, ибо своих бородатых хватает, чтобы еще бритых почитать.